Кроме того, российскими физиками-испытателями Сергеем Годиным и Владимиром Рощиным получены результаты эксперимента, в котором вес их опытного генератора уменьшался, если ротор генератора вращался по часовой стрелке, а если вращался против часовой стрелки, его вес увеличивался. Такой результат экспериментов можно объяснить именно взаимодействием установки со структурой среды, которая при деформации может оказывать влияние на гравитацию и инерцию тел. Я, кажется, слышал, как улетел один магнит, а потом второй. Опыты продолжаются. Необходимы более тщательные исследования в